Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Никита, с вами канал Play with Nick, и сегодня мы посмотрим на обновление в PUBG. Собственно, у нас добавили Кейси. Которые открываются с ключами. А вот эти вот можно покупать просто так. И открывать их просто так. Для этого ключ нужен, прям CSGO какой-то. Open. Combat Blue, Open, какие-то кеды, Open, кепчанский и штанишки. Так, дальше. Ох, нихера себе. $2.5 стоит ключ. Чё это за хрень? Чё это такое? Вот такая вот херня с кейсами, я не знаю, что они вообще добавили тут, ну блин, мне не нравится. Вот с кейсами именно обновление мне не нравится, поехали дальше. И я высадился вот в эти домики, я такой волхакер, хуякер, и такой молодец, тут через стеночку смотрю, если кто не знал, так хоп, заходишь, и все прекрасно. Тут одного пидора я убил. Ну все, аккуратно. Собственно, что нового по поводу карты? Во-первых, стали детально проработаны вот эти вот домики. Раньше тут на воде ничего не было. Руины проработали. И появились надписи. Надпись, в частности, это госпиталь, руины, потом prison, shelter, farm, mansion, shooting range, ferry pier, quarry и вот Сосновка Айленд. Да, это все, что появилось на карте. То есть это, как я называл, стрельбище, это я туда ни разу не падал. Это милиция была, тут у нас бункер, это ферма также, это причал, тут что-то каньон или что это, а это больничка, да. Ну это затопленный город, а это руины. Все, да. Вот такое обновление по поводу карты. Сейчас я играю на тестовых сервах. Все прекрасно, все пока что, мне нравится. Вот с альта они. Во. Сказано было, что на альт улучшены период. То есть, если ты назад отошел, теперь оно плавно возвращается. А раньше оно резко так вот перескакивало. Самое что крутое, это вот что у этого дробовика уменьшили задержку. То есть у него мощность почти максимальная, рабочий диапазон маленький, стабильность хорошая, скорострельность маленькая. Но раньше я ходил с двустволкой. Почему? Потому что она могла два патрона всадить подряд, и урон у этих патронов был бы максимальный. Так, мне надо идти. А сейчас у этого дробовика убрали вот этот вот самый, вот эту задержку, и он может стрелять так. Довольно-таки быстро. Раньше он такой бух, выстрелит, держит, и бух, только потом вот так. Это меня дико бесило, я из-за этого не раз помирал. В узких помещениях прям с самого начала. И вот. О, да я долетел. Было, я не знаю, как он там обезболивающий еще возьмет. Да. Есть.
Плавенько и дропу пожалуй. Еще они сказали, что теперь это все лучше сделано, когда человек поднимается по... Это моя? Нихера себе. Когда человек поднимается, то есть по каким-то возвышенностям, это... Улучшили! То есть те движения его будут, так сказать, как бы... Так, это было бы... Реалистичнее, что ли? Что-то типа того. Мне бы сейчас лодочку, было бы неплохо. Хотя... Я попробую, пожалуй, свою машинку все-таки сесть, мало ли она выйдет сейчас. Стреляется что-то там. Я все нормально, просто так езжу, там двух человек убил. Транспорт был сломан. Печально, чё? Печально, да. Ну вот как так. Вся не тот куст, шикарно. Меня не видно, я желтый как куст теперь. Я нисколько не сомневаюсь, что зона где-то вот тут будет, тут или чё-то. Ну, короче, рядышком. Вижу, то могу его спокойно завалить. 18 человек в живых. Сейчас мы будем убивать. Так. Вот в тех домах где-то, короче, есть пацаны. Вот так, вот в этом или вот в этом. Или где-то вот там трон. Зона пришла, и у нас... Вот, это было неожиданно. Я в зоне! И эти два домика тоже в зоне. Это плохо. 100%. Вот здесь, в этих домах, вот тут на мосту где-то были засады. Все там сидели. Ни для кого не секрет. Это мой дроп зовут он. Никто не осмелился к нему поплыть. Типа обстреляют. Я же залутал его спокойненько. Ну что, у меня есть шприц первой помощи. Да. С адреналином такой. Шприцы с адреналином. Блядь. Шприцы с адреналином мгновенно усиливают персонажа на 100. Чем вот-то там. Некоторые действия во время применения этого предмета отменяют эффект.
Окей. У меня так и нету снайперки. Теперь я могу так вот хоба заглянуть за стеночку. Сказали, там что-то было бы по поводу заглядывания за стены. Но я так и не понял чего-то. Вот в этом доме кто-то тоже. Честно, лицо в живых постепенно убивают, убивают. Новую снайперскую винтовку добавили, МК-14. Я что-то даже не знаю. Она падает опять только с аирдропов. Я пытался забрать аирдроп. Значит, из дома я буду убивать. Он пойдет сейчас вот за вот этот вот домичек. И там будут их стрелять. Airdrop падает. Вот такой красивый. 13 же. Зайди. Север 37. А, ремочки. Ладно. Это Skyrim или Сайди. У меня 100% будет в зоне. Зона тут или там, тем более. Где-то так. Пожалуйста. О, красавчик, нормально. Неплохо. Я буду тут сидеть и ничего не делать. 12 человек осталось уже. Они тут сидят, начальник. Здесь осталось, я в зоне еще умирать. Сразу туда иду. Знаешь, что отсюда бегу камни? У нас, скорее всего, несет, что бегу прежде, а? Честно, Пауэль. Чапа-чапа. Ну так. Через 30 секунд зона пойдет. Я же спокойненько свигу с этой будочки и прилягу где-нибудь. Так, еще минус один парень. Сейчас уже зона пойдет, все такие умные, прикольные, пришли уже давно. Так, минус один еще. Побежали со мной. Я невидимка, я сливаюсь с песком. В этом доме один парень есть, это 100%. Где-то справа, наверное, есть люди. Ну, мне бежать надо как-то. Ладно, была, не была, чё. Зашли. Никого. Окей, я мог сидеть и в этом доме.
Эх, ладно, ну он вырубил меня, собственно, да. О, кнопочка пожаловаться есть. Неплохо. Ну вот как-то так я поиграл сейчас в PlayerUnknown's, и всем, кто смотрел, спасибо за просмотр. Всем пока.